Мы и дома. Вот он был, из-за него я начал писать. Начал писать я для своих друзей. Вот так вот в компании, чтобы сидеть, взять гитару и так сказать, спеть. И раньше писал я их довольно много. Они были очень бесхитростные, простые очень песни. Вот их слушали и для юмора, и не только для юмора. Вот мои друзья близкие. И вдруг через очень короткое время я у их... услышал из других источников, переписанные на магнитофоны, тексты как-то стали быстро расходиться между людьми. И в один прекрасный день много-много-много людей узнали как-то эти песни. И я вынужден был это дело продолжать, хотя с удовольствием. Ну да, как обычно говорится, что, как всегда, кстати, оказалась гитара. Вот, вы меня спросили о моем кредо. Ну вот я думаю, что вот эту песню, которую я вам сейчас покажу, вот в этой обстановке, не со сцены, а дома, называется она «Я не люблю». Это вот там, во всяком случае, одна сторона, что я не люблю, там ясно точно. Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я тружу. Досадно мне, когда невинных бьют. И я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. И я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю. Ну вот, если эту песню перевести, я думаю, будет какой-то ответ на ваш вопрос о моем кредо. Вот так. Ну а вот еще одна песня. Она такая песня ироническая. Я довольно много пишу иронических песен. Называется она «О поэтах и кликушах». Вернее, о тех, кто очень много разговаривает по поводу поэтов в основном. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере.
двери. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англетере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и ни о чем не думал. Меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском надуло. Задержимся на цифре 37, говорит Бог, ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, в пятки, мол, давно ушла душа, терпение психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношее в конце пришло стрие, укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие, зарезали за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время. Почему они так мало пластинки продают? Вы знаете, ну, на этот вопрос я не могу вам ответить. У меня за лет 10 все-таки вышло довольно много по количеству, большие тиражи пластинок, но их было 4. Почему это так? Я думаю, что этот жанр очень новый для нас. И очень непривычно вдруг певца с гитарой, написавшего свои тексты, вдруг взять и начать, так сказать, делать пластинки и так далее. Было непривычно. У нас принято, чтобы был композитор, чтобы был поэт и был отдельный исполнитель. Так как я не вокалист, голос у меня, как вы понимаете, довольно такой странный. Ну вот и сейчас так, просто такой момент. Я хотел ему показать один вариант песни, один песни, которая не вошла в один фильм, но, может быть, она нам пригодится. Это, значит, песня о Робин Гуде, о вольных стрелках. Если рыщут за твоей непокорной головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой, нет надежней приюта, скройся в лес, не пропадешь. Если продан ты кому-то, с потрохами не за грош. Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, и бездомные бродяги, у кого они долги. Все, кто загнан, не прикаем, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд. Здесь полслова понимают, не боятся острых слов. Здесь подсчетом принимают, оторви, сорви голов. И скрывают до срока даже рыцари в лесах. Кто без страха и упрека, тот всегда не при деньгах. Знают все оленьи тропы, словно линии руки. В прошлом слуги и холопы, ныне вольные стрелки. Здесь того, кто пожелает, защитят и сберегут. По лесной стране гуляет славный парень Робин Гуд! Вы знаете, ну, я не писатель, мне сложно себя даже назвать поэтом, хотя, в общем, многие люди считают, что я прежде всего поэт, который свои стихи исполняет под гитару. Ну, а все-таки говорить о том, какие меня темы беспокоят и что меня волнует в этой жизни, я думаю, что это очень простые вещи. Все, что происходит вокруг нас, с моими близкими людьми, с моими друзьями. Да и не только, а
что происходит в мире, что происходит в моей стране, что мне нравится и не нравится. И мне кажется, что я, пиша эти песни, если так можно выразиться, сам пытаюсь разобраться в этом. Конечно, человек. Предмет мой – человек. И я свои песни пишу от имени многих-многих разных людей. Не только от своего имени, это, конечно, и от своего. Но я беру персонажей, так как я актер, и мне проще прятаться за персонажа. Это и актер уникальный, и личность уникальная в нашем искусстве. Он один из самых популярных людей, по-моему, и советского театра. И вообще один из самых популярных актеров у советского зрителя. А диапазон его творчества таков, что он вызывает восхищение и у академиков, и у слесарей. И люди ходят в театр на Таганке для того, чтобы восхищаться его исполнением Гамлета, очень острой интеллектуальной трактовкой и Гамлета, и Галилея. И кроме того, вся страна поет его песни. Причем не просто поет, а поет по много раз, любит слушать их, петь друг другу, записывать, переписывать. И в них выражено очень много из того, что сегодня как-то волнует людей. Гитару. Вот что есть в театре гитара? Пожалуйста. Сколько? Одну, как мало. Я, честно говоря, не ожидал, что сразу заставят. Раз. Хотел я послушать у вас. Да, Владик, немножко опоздался. Много пили. А я работал. Ну, видите, в чем дело. Я... Вот шуточная песня, которая называется... Которая называется... «Инструкция перед поездкой». Я вчера закончил ковку, я два плана залудил, и в загранкомандировку от завода угодил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодного езя, и инструкцию послушал, что там можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Если темы там возникнут, сразу снять. Пить не нужно, они вникнут, разъяснять. Но я ж по ихнему ни слова, ни в дугу и ни в тую. Молод мне, так я любого своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду наконец. Сплю с женой, а мне не спится, дусь, а дусь. Может, я без сохраниться обойдусь? Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч в себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят они с Поволжья, как и мы. Ой, Вань, гляди-ка, ж попугайчики. Нет, я ей Богу закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую же сваргай. Ну что, отстань, всегда отстань, обидно, Вань. Уж ты бы лучше б молчала бы. Накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, когда я их читал. К тому же эту май, кузин, тебе напяль позор один, тебе шитья пойдет аршин, где деньги, Зин? Ой, Вань, умру от акробатиков, смотри, как вертится нахал. Завцех наш, товарищ Сатюков, недавно в клубе так скакал. Тут за день так накуркаешься, придешь домой, там ты сидишь.
Ну и меня, конечно, сильно все время тянете в магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один. Чертом пел ветер песню грубую, и вдруг раздался голос, человек с абортом, и сразу полный вперед-назад, стоп, машина, на воду шлюпки помочь, вытащить сукина сына, или там сукину дочь. Я пожалел, что обречен шагать. Послушай, значит, мне не ждать подмоги, и кто меня не бросится спасать, и не объявит шлюпочной тревоги, а скажут полный вперед, ветер в спину, будем по рту по часам, дам ему сукину сыну, пусть выбирается сам, и мой корабль от меня уйдет. На нем должно быть люди выше сорта. Вперед смотрящий смотрит лишь вперед. Ему плевать, что человек за бортом. Я вижу мимо, суда проплывают. Шлет их приветливый порт. Мало ли кто выпадает с главной дороги за борт. Я на борту курс прежний, прежний путь. Мне тянут руки, души, папиросы. И я уверен, если что-нибудь мне бросят круг спасательные матросы. Правда, скачкой у них перевортом штормы от вах не вздохнуть. Но человеку за бортом здесь не дадут утонуть. А чего вы не знаете? Да, хотя это змух-то есть. Зачем? Это уже было есть. В темноте был. Снимок. Улыбкой юности и славы, лишь припугнув, но не отторгнув, от лени или для забавы, так села, как велел фотограф, лишь в благоденствии и лете, при вечном детстве небосвода. Hinter seinen Liedern steht kein politisches Programm, genauso wenig wie hinter den Gedichten von Bella Ahmadulina, eine Lyrikerin von hohen Graden, die weniger auf die Politik als auf die Moral pocht. Улыбкой юности слава, лишь припугнув, но не отторгнув. Manchmal ein bisschen enfant terrible, aber politisch nie in Bedrängnis. Ihre Gedichte sind in eine schöne, exotisch anmutende Sprache gefasst. So leicht, dass sich manchmal Sinn und Philosophie auflösen, ohne erfasst zu werden. Я вот сожалею, что у меня нет стихотворения впрямую посвященного Володе. Он там где-то бродит в закоулках моего ума. Правда, я всегда-всегда хочу его написать. Der seinerzeit die Liebe des Zerstörers zu einer Zerstörerin besang. Aber anders als bei Majakowski, der sich aus dem Himmel der Poesie in den Kommunismus stürzen wollte, sind Wesotskis Lieder illusionslos und unideologisch. Über 600 Balladen hat er geschrieben. Fantastische, burleske und politische, über alles Mögliche, was ihm auffiel und aufstieß. Über die Rekordsucht, über den Antisemitismus, über die Miliz, den Zoll oder Alkoholismus,
und auch darüber, was die Behörden von einem verlangen, der ins Ausland fährt. Не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают, где просвет, где прогал. Не видать ни рожна, колют иглы меня, до костей достают коренной ты мой. Выручай же, брат, ты куда, родной, почему назад? Дождь, как яд с ветвей, недобро пропах. Престижной моей волк нырнул под пах, вот же пьяный дурак, он же налил глаза, ведь погибель пришла, бежать не суметь. Из колоды моей утащили туза, да такого туза, без которого смерть я рвал там. Побери вас в прах, а коней моих подгоняет страх, шевелю кнутом. Бью крученые и пою притом очи черных, правда, дома доляс. Лихой перепляс, бубенцы близову играют с дуги. Ах, вы, кони мои, погублю же я вас. Выносите, друзья, выносите, враги, от погони той. Даже хмели сяк, мы на кряж другой, на них осяк, в хлопьях пены мы. Струи в кряж лились, отдышались, отхрипели да откашлялись. Я лошадкам завидным, что не подвели, поклонился в копыта до самой земли, сбросил с воза манатки, повел в поводу. Спаси Бог вас, лошадки, что целы были. Собака плохо живет, да. Собака живет хорошо очень. А у нее тоже собачья. Это она просто приготовилась к съемке, ей очень хорошо. Светло. А так что? Дома хранят. Я из дела ушел. Такого хорошего дела ничего не унес, отвалился, в чем мать родила. Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело. Из-за синей горы понагнало другие дела. Мы многое из книжек узнаем, а истины передают Иисус. На пророков не в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. Растащили меня, но я счастлив, что львиную долю получили лишь те, кому я б ее отдал и дал. Я по скользкому полу иду, каблуки канифолю, подымаю с полезницы и прохожу на чердак. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем. Ушли и Магомед, и Заратустра. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. А внизу говорят, от добра ли от зла, и не знаю. Хорошо, что ушел, из него стало дело вернее. Паутину в углу с образовки ногтями стираю, тороплюсь, потому что за домом седлают коней. Открылся миг, я стал к нему лицом, и он поведал мне светло и грустно. Пророков нет в отечестве твоем, но и в других отечествах не густо. Я влетаю в седло, я врастаю в коня тело в тело. Конь падет подо мной, я уже закусил у дела. Я из дела ушел, из такого хорошего дела. Из-за синей коры понагнала другие дела. Скачу, хрустят колостья под конем, но ясно различаю за хруста. Пророков нет в отечестве своем,
но и в других отечествах бегут. Не хочет. Да, я пока хочу. Пожалуйста. Песенка о переселении душ. О переселении душ. Это, значит, история, ну, вы знаете, что мы после смерти не умираем, так считается по их религии, а душа наша переселяется в животных, в растений, в предметы, в общем, кто куда сможет, тот туда и переселяет. Вот такая шутка. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло все, хорошую религию придумали индусы, что мы, одна в конце, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя, родишься вновь с мечтою, но если жил ты, как свинья, останешь свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне. Досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораздо. А если видел смерть врага еще при этой жизни, другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться. Ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить, гадюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Так кто есть кто, так кто был кем, мы никогда не знали. С ума сошли генетики от ген и хромосом. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу экскурсии удобную религию, придумали индусы. Аллилуйя, я не очень говорю, очень хорошо говорю по-русски, но несколько вопросов можно, да? Да, пожалуйста. Кто пишет ваши песни? Я сам пишу песни. Я вообще, это же не песни, это такие куплеты под гитару, в общем. Это и я пишу тексты, и сам сочиняю музыку на них, и сам пою, и стараюсь петь их только сам. Я, потому что это мое, и я, значит, как хочу, так и пою. И другие люди могут спеть лучше, но не так. И вообще я не люблю, когда, вот, например, мои песни поют другие, либо певцы, исполнители, вот так. Ой, а сколько песен вы уже писали? Ой, очень много, но я давно уже пишу, лет, наверное, 10. Наверное, ну, сколько? Ну, 600. 600? Думаю, что да. И о чем? Ну, они совсем разные, знаете. Это, не знаю, про жизнь. Хотя в разных жанрах. То есть иногда сказки, иногда бурлески, шутки. Иногда такие просто, ну, что ли, намаршевые ритмы, такие выкрики. Ну, это про всякие, ну, про наши дела, про нашу жизнь.
И про мысли свои, что ли, про что я думаю. Есть у вас такая традиция уже? Так. Ну, что значит традиция? Вы имеете в виду, есть ли у меня какой-нибудь там кредо? Но это про это лучше не говорить. Это надо слушать песни и самому как-то делать выводы. Потому что если бы я мог сформулировать, чего я хочу и о чем я думаю, я бы тогда их не писал, а просто написал бы на бумажке несколько строк, что вот я считаю, что должно быть так, 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 так и так. И на этом бы закончил. Вот. А если я их пишу, эти самые песни и тексты, то, значит, наверное, так же долго нужно рассказывать, сколько они будут звучать. А 600 песен будет звучать, ну, я думаю, пару суток. Ну, как буржуазный корреспондент, я могу спрашивать провокативный вопрос. Ну, давайте, да? давайте. Хорошо. Нравится вашему начальству ваши песни? Нет, начальство. Нет, это как раз это не провокационный вопрос. Я думаю, что некоторым нравится, а некоторым нет. Как, в общем, дело в том, что вот этот жанр, в котором я это делаю, он у нас не привился пока. Хотя во всем мире очень много певцов, которые поют на свою музыку, свои тексты и сами исполняют. У нас это как-то не очень принято, потому что у нас привыкли, чтобы песня делалась тремя людьми, композитором, автором и певцом. А когда один человек, да еще не обладающий вокальными данными, это делает, это сразу вызывает такую осторожность. Поэтому я думаю, что из-за этого довольно сложно пробивать путь вот этому вот жанру. Но я думаю, что есть люди, которым это уже нравится. Mm-hmm. Вы знаете Вольфа Бермана? Знаю. Я слышал, но очень мало, к сожалению. Я думаю, что и так, как мне говорили, обязательно, когда приезжают из других стран, обязательно находят кого-то похожего на то, что я делаю. Они говорят, что мы с ним делаем какие-то похожие. Вы были в Западе? Я был, да, я был несколько раз назад. И в ФРГ тоже? И в ФРГ тоже, но, к сожалению, проездом. Но, во всяком случае, я все-таки некоторые интересные города, как, например, Кёльн, я видел неоднократно, был у меня даже там есть такие сентиментальные места, где я люблю бывать. И был я еще в нескольких городах, из которых больше всего запомнился Геттинген. Mm-hmm. Тоже проездным, правда, но все-таки я там провел 2 дня и ночь. Вы тоже большой, великий актер. Ну, как ваши самые любимые роли? Ну, всегда, наверное, каждый последний, но у меня есть любимая роль. Даже не одна, а две. Я люблю Гамлета, которого играю, и Галилея, брехтовская пьеса Галилей, где я играю Галилея. И что вы хотите еще играть? Я не знаю. Я не могу вам сказать. Ну, я бы, например, хотел... Есть у меня одна. Я хотел бы Калигулу сыграть. Есть такая пьеса, Камю. Калигула. Вот. Да нет, много ролей, которых можно было бы сыграть. Но меня это сейчас так особенно, не особенно интересует, то, что я буду там играть в будущем. Потому что я, наоборот, сейчас хочу больше заниматься писанием и вот этим делом, чем, скажем, сценой. Это для вас, что это важное, это песни или... Ну, раньше я говорил, что одинаково и то, и другое, но теперь мне кажется, что... Все-таки песни и стихи. И почему? Ну, потому что я сам это делаю, а актерская профессия – это всегда исполнительская. Над тобой еще есть люди, режиссер, автор, потом начальство и Господь Бог. Ну, а что вы хотите еще сказать? Песни? Что я еще хочу с песнями смотреть? Я не знаю, как будет идти, я еще точно не знаю, что я скажу. Чего-нибудь скажу, наверное. El cantor que habla de su pueblo y que se identifica con sus necesidades y deseos a tal punto que se convierte en imagen de él, se vuelve incontenible por las fronteras. Tal es el caso de Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa, de Violeta Parra
y de Vladimir Vysotsky, que está con nosotros esta noche y a quien damos la bienvenida. Los invitamos a escuchar sus composiciones en su propia voz. Estamos con él. От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала. Но обратно ее закрутил наш комбат. Оттолкнувшись ногой от Урала, наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять и едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы деревья. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. И от ветра с востока пригнулись стога, шмется к скалам от ора. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают, куда захотят. Наши сменные роты на марше. Мы ползем, бугорки обнимаем, почки тискаем, зло не любя. И коленями землю толкаем от себя, от себя. Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, руки кверху поднявших всем живым. Ощутимая польза от дел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех не сразу найдет, где настигнет в упор или с тыла. Кто-то там впереди навалился на тот, и земля на мгновенье застыла. И я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то стал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вдохе. Но на запад ползет батальон, чтобы солнце зашло на востоке. Животом по грязи дышим смрадом болот, но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги на месте ли, нет ли, как на свадьбе росу пригубя. Землю тянем зубами со стебли на себя, от себя. Buenos días, мои новые зрители. Buenos días, mis queridos nuevos televidentes. На военную тему по двум причинам. Но, во-первых, потому что я в несколько интервью, которые я давал уже будучи здесь, porque en algunas entrevistas que me hicieron un día en México me preguntaron, ¿no valdría la pena terminar ya de hablar acerca de la guerra? Puede ser que ya sea suficiente. Es necesario seguir viviendo. La juventud quiere divertirse. No, no se debe olvidar porque mi patria perdió durante la guerra 20 millones de personas. En cada familia nuestra hay muertos, heridos. A todos nos afectó la guerra. Por eso es que yo escribo muchas canciones sobre el tema de la guerra. Y no tengo intenciones de dejar esto de lado, por supuesto. La segunda causa es que yo siempre comienzo mis presentaciones con canciones sobre la guerra. Allá en mi país, y tengo muchas de esta clase porque he escrito para películas, por ejemplo, para las películas del estudio Bielorrusia. Bielorrusia es una república nuestra en que una de cada cuatro personas murió en el frente. He escrito muchas canciones para películas e incluso recibido cartas de muchas personas que estuvieron en la guerra y me preguntan, ¿no es usted el mismo Vladimir Vysotsky, gracias al cual nos libramos del cerco?
mal, тогда... Yo, por supuesto, no soy este. Человек... Yo solo sobrellevé la situación, no, pues era demasiado pequeño en aquel entonces. Pero no sé por qué la gente piensa que si uno escribe mucho sobre la guerra, debe haber pasado necesariamente por ella. No, esto no es indispensable en absoluto. Es necesario tener un poco de imaginación y además todos nosotros somos gentes de los años de la guerra. Hemos visto muchas películas, hemos leído mucho acerca de esto y más aún. A mí simplemente me gustan para satisfacer a la gente aquellas canciones mías que se encuentran en el límite del riesgo de que en cada segundo pueden mirar al rostro de la muerte la gente en situaciones extremas. Ну, я думаю, просто наступила пора немножко представиться, а то я как черт. Creo que llegó la hora de hacer una pequeña presentación, ya que como corcho de botella salté y comencé a cantar. Soy actor, vivo en Moscú, trabajo en el Teatro Moscovita Taganka. Este es uno de los mejores teatros de la ciudad de Moscú. Yo pienso que incluso es uno de los mejores teatros del mundo. Así escriben en todo caso en los periódicos. En este teatro tengo ya 13 años. Represento buenos papeles. Por ejemplo, Hamlet de la obra de Shakespeare del mismo nombre. El Galileo de la obra de Brecht Galileo. Muchos espectáculos poéticos en los que represento diferentes papeles. El hombre bueno, Sesuan, de Brecht, en donde hago el papel del piloto. Este es, a propósito, un papel en el que interpreto algunas canciones, solo que no propias, desgraciadamente, sino las canciones de Brecht. Además, actúo en cine. Trabajo bastante en cine. Ya he hecho 20 películas. Las últimas dos es posible que estén aquí en México. Esta película está basada en el duelo de Chekhov, donde interpreto el papel de Concon, y la segunda, una película basada en una obra de Pushkin, hecha por Mosfilm, en donde interpreto el papel principal, que es una persona muy interesante, que fue el abuelo de Pushkin. Así es que fue un papel de mucha responsabilidad. Bueno, en cada película canto algo ya que los directores piden cantar y escribir algo para la película. Pero en estos dos films no habrá canciones de tal manera que ustedes no las escucharán cuando los vean. Ahora quiero presentarles una canción que podría incluirse en mi última película, porque es una estilización de un tema folclórico, de un tema ruso. Se llama Los caballos caprichosos. Я сейчас хочу вам показать одну песню, которая могла бы быть в последнем моем фильме, потому что эта песня – это как бы стилизация на фольклорные темы, на русские темы. Песня эта называется «Кони привередливы». Вдоль обрыва над пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом пропадаю, пропадаю. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть, то, что до кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю.
я. Меня пушинкой ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу. Утром вы на шаг неторопливы, впереди мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, не указчики вам хнутый плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Мы успели. В гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, умоляю вас, скачь, не лететь. Но что-то кони мне попались привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Эта песня о конях. Esta es una canción sobre caballos. Yo incluso no sé por qué piensas que es un poema, canción, que constará de dos partes, 15 canciones cada una. Puede ser que alguna vez lo cante. La primera parte serán baladas a caballos que ejercen diferentes profesiones. Por ejemplo, los que tiran carretas, los que tiraban caballos en la antigua Roma, caballos que tiran carretas en las aldeas, caballos que tiran los arados en el campo, y todo será cantado en primera persona por los mismos caballos. Incluso habrá una presentación en el poema que dirá así: nosotros, fieles, experimentados caballos, vencedores de batallas han montado sobre nosotros. Ni un solo gran pintor de íconos nos grabó los cascos sobre un ícono. Un caballero o un caballero magnánimo nos puso un penacho de cansancio. Uno de nosotros, el más valiente, un día tiró a Calígula en el Senado. Y después cada caballo comenzará a relatar acerca de su destino. La segunda parte será acerca de los caballos de personajes famosos, como el caballo de Calígula, el caballo de Napoleón, que siempre está representado en los cuadros, etcétera, etcétera. He aquí otra canción en que figura el caballo: la carrera.
похмелю слегка. Лесом правил я, не устал, пока пел за здравие. А умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные. То плелись, то неслись, то трусили рысой, и болотную слизь конь швырял мне в лицо. Только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна. Колют иглы меня, до костей достают. Коренной ты мой, выручайший брат, ты куда, родной? Почему назад? Дождь, как яд с ветвей, недобром пропах. Пристежной моей волк нырнул под бок. Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза. Ведь погибель пришла, обижать не суметь. Из колоды моей утащили туза, да такого туза, без которого смерть. Я ору волкам, побери вас прах, а коней пока подгоняет страх. Шевелю кнутом, бью крученые, я ору притом очи черные. Храпта топот да ляск, да лихой перебляс. Бубенцы плясовые играют, стуги, ах вы кони мои. Погублю же я вас, выносите, друзья, выносите, враги, от погони той. Даже хмель иссяк, мы на кряж крутой, на одних осях, в хлопьях пены мы, струи в кряж лились, отдышались, отхрипели да откашлялись. Я лошадкам забитым, что не подвели, поклонился в копыта до самой земли, сбросил с воза манатки, повел в поводу. Спасибо к вас, лошадки, что целым иду. Сколько кануло, сколько схлынуло, жизнь кидала меня, не докинула. Может, спел про вас неумелые, очи черные, скатерть белая. Я, к сожалению, не могу показать вам ничего из того, что я делаю в театре. Desgraciadamente, просто у меня нет... no puedo demostrarles nada de lo que hago en teatro. Simplemente no tengo acompañantes y no puedo recitar de los monólogos que recito en Hamlet o en Galileo. Pero tengo conmigo una poesía que puedo leerles. Pienso que si se va a hacer una traducción lo suficientemente exacta, les quedará claro, televidentes, aunque sea un poquito, lo que se refiere al que interpreta Hamlet. Mi poesía se llama Hamlet. Называется это стихотворение «Мой Гамлет». Я только малость объясню в стихе, на все я не имею полномочий. Я был зачат, как нужно, во грехе, в поту и в нервах первой брачной ночи. Я знал, что отрываясь от земли, чем выше мы, тем жестче и суровей, я шел спокойно прямо в короли и вел себя наследным принцем крови. Я знал, все будет так, как я хочу. Я не бывал в накладе и в уроне. Мои друзья по школе и мечу служили мне, как их отцы, короне. Не думал я над тем, что говорю, и с легкостью слова бросал на ветер. Мне верили и так, как главарю, все высокопоставленные дети. Пугались нас ночные сторожа, как
как оспою болело время нами. Я спал на кожах, мясо ел с ножа, и злую лошадь мучил стременами. Я знал, мне будет сказано царуй, клеймо на лбу мне рок с рождения выжег. Я пьянел среди чеканных спруй, был терпелив к насилию слов и книжек. Я улыбаться мог одним лишь ртом, а тайный взгляд, когда он зол и горек, умел скрывать воспитанный шутом. Шут мертв теперь, аминь, бедняга Йорик. Но отказался я от дележа наград, добычи, славы, привилегий. Вдруг стало жаль мне мертвого пажа. Я объезжал зеленые побеги, я позабыл охотничий азарт, возненавидел и борзых, и гончих. Я от подранка гнал коня назад и плетью бил загонщиков и ловчих. Я видел, наши игры с каждым днем все больше походили на бесчинство. В проточных водах по ночам тайком я отмывался от дневного свинства. Я прозревал глупее с каждым днем, я прозевал домашние интриги. Не нравился мне век, и люди в нем не нравились, и я зарылся в книги. Мой мозг до знаний жадный, как паук, все постигал недвижность и движение, но толка нет от мыслей и наук, когда повсюду им опровержение. С друзьями детства перетерлась нить, нить Ариадны оказалась схемой. Я бился над словами «быть, не быть», как над неразрешимою дилеммой. Но вечно, вечно плещет море бед, в него мы стрелы мечем, в сито проса, отсеивая призрачный ответ от вычурного этого вопроса. Зов предков, слыша сквозь затихший гул, пошел на зов, сомнения крались с тылу, груз тяжких дум наверх не натянул, а крылья плоти вниз влекли, в могилу, в непрочный сплав, меня спаяли дни. Едва застыв, он начал расползаться, я пролил кровь, как все, и как они, я не сумел от мести отказаться. А мой подъем пред смертью есть провал. Офелия, я тленья не приемлю, но я себя убийством уравнял с тем, с кем я лег в одну и ту же землю. Я Гамлет, я насилие презирал, я наплевал на датскую корону, но в их глазах за трон я глотку рвал и убивал соперника по трону. А гениальный всплеск похож на бред, в рожденье смерть проглядывает косо, а мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса. Одна песня, которую я тоже считаю лирической, хотя... He aquí una canción que yo considero también lírica, aunque la canto de manera absolutamente no lírica. Esta canción se llama Balada del Barco Abandonado. Muy a menudo escribo canciones a nombre de diferentes animales, caballos, lobos, etc. Y a menudo escribo canciones a nombre incluso de materias inanimadas. Por ejemplo, a nombre de un avión al que no le gusta nada que se siente sobre él un piloto y lo obligue a hacer lo que él no desea. Esta es una canción que canta un barco. Un barco abandonado. Называли на ты. Шкипер с Юнгой сравнялись в талантах, распрямляя хребты и срывая бинты. Бесновались матросы на бантах, двери наших мозгов
посрывала с петель миражи берегов, покрывала земель этих обетованных, желанных и колумбовых, и магелланных. Я пью пену, волна не доходит до рта, я палуб до дна. Обнажились борта, а бока мои грязные, таи, не таи, так любуйтесь на язвы и раны мои. Под драу ребра — это след от ядра. Вот рубцы от рана, и даже видно шрамы от крючьев. Какой-то пират мне хребет перебил по бордаже, киль как старый неровный гитаровый гриф. Это брюхо спорол мне коралловый риф. Задыхаюсь, гнию, так бывает, и просоленное загнивает. Ветры кровь мою пьют и сквозь щели снуют, прямо сбаканают, меня ветры добьют. Я под ними стою от утра до утра, гвозди в душу мою забивают ветра. И гулякой шальным все швыряют вверх дном. Эти ветры, незваные гости, захлебнутся вы им в моих трюмах вином. Или смели сорвать меня в злости? Я уверовал в это, как загнанный зверь, но не злобные ветры нужны мне теперь. Мои мачты, как дряблые руки, паруса, словно груди старухи. Будет чудо восьмое, и добрый прибой мое дело омоет живою водой. Море божья роса с меня снимет табу, сдует мне паруса, будто жилы на лбу. Догоню я своих, догоню и прощу позабывшую помнить армаду и команду свою. Я обратно пущу, я ведь зла не держу на команду. Только, кажется, нет больше места в строю. Плохо шутишь, корвет, потеснись, раскрою. Кажется, так, я ваш брат, я ушел от беды. Полевее фрегат, всем нам хватит воды. До чего ж вы дошли? Значит, что мне уйти, если был на вели? Дальше нету пути, разомкните ряды. Все же мы корабли, всем нам хватит воды, всем нам хватит земли, этой обетованной, желанной и колумбовой, и магелланной. Para poder externar una opinión, hace falta tener información. El hecho de convivir con personas lejanas geográficamente a nosotros, escuchar sus vivencias y sus puntos de vista, nos permite ver que realmente todos estamos muy cerca. Gracias por estar con nosotros en este programa y los invitamos a estar nuevamente la próxima semana. Hasta luego. Подтянув на ней колки, но не забудьте затупить ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Но ж забросьте камень из-за пазухи своей и перебросьте, перекиньте вы хоть шерсть через ручей за посёлку. За покосы надо взяться поспешать, а прохлопав сами после локти будете кусать. Сами будете не рады утром.
утром ставший вон террас. Все мосты через преграды переброшены без нас. Так проложите, проложите вы хоть тоннель под реки. Но не забудьте, залупите ваши острые